Я, профессор доктор Мехмед Бельгин, заведующий кафедрой химической инженерии и одновременно декан инженерного факультета Стамбульского университета Джарахпаша. Кафедра химической инженерии является первой в Турции образовательной программой, выдающей диплом в данном направлении. Кафедра химической инженерии обучает инженеров, которые разрабатывают и применяют процессы, преобразующие химические вещества и сырье в формы, пригодные для использования человечеством. Таким образом, наши выпускники могут легко трудоустроиться. На данный момент общее количество академического персонала, включая членов педагогического состава и научных сотрудников на нашей кафедре, составляет 50 человек. Наша кафедра состоит из трех отделов, таких как основные процессы и термодинамика, химические технологии и проектирование процессов и реакторов. Студенты бакалавриата на первых двух курсах вместе с вводными дисциплинами в химическую инженерию изучают такие базовые инженерные предметы, как физика, математика, химия, технический рисунок и иностранный язык. Так как на этом уроке они делают первые шаги к своей профессии, он дает им основные знания по данному направлению. С третьего курса начинаются обязательные и выборочные предметы. Обязательные дисциплины, которые являются необходимыми в химической инженерии, являются теплопередача, механика жидкости, массоперенос. Кроме того, также включает в себя уроки полимера, разработки процесса, катализатор. Вместе с этими обязательными предметами студенты могут выбрать групповые занятия по интересующим их направлениям, таким как пластик, медикаменты, краска. И, конечно же, на четвертом курсе они постепенно начинают делать первые шаги в своей профессии. Уроки на этом курсе более специфические. Выпускные проекты тоже осуществляются на этом курсе. На последнем семестре имеется ряд дисциплин, таких как уроки по очистке воды и окружающей среды, а также урок прикладного предпринимательства. Наши студенты, в дополнение к инженерным предметам, которые они изучали в течение первых двух лет обучения, также интенсивно изучают химию, что является характерным для их кафедры. Для занятия органической и неорганической химией предоставляются две лаборатории – лаборатория органической и неорганической химии. У нас также есть физическая лаборатория и инфраструктура. Конечно, наши ученики также занимаются в отдельных для каждого специального предмета лабораториях на третьем и четвертом курсах. На стажировке они готовятся к профессиональной деятельности, закрепляя свои знания, полученные на теоретических и практических уроках.